Ну что же, здравствуйте всем, дорогие друзья, с вами Донбасс, с вами StarLadder. И сегодня мы наблюдаем за фасткапом под номером 2004. Играют у нас команды ProNaps и фраг Доминанта. Ну что ж, врываемся на пики и баны, видим... давайте сначала по банам, что у нас происходит здесь. Видим Нукс Ассасин, Лайфстиллер, Лешрак, Герокоптер от команды ProNaps. И от фраг Доминанты видим Девоуэра, видим Фантом Лансера, видим Шадоу Демона и видим Варлока. Что у нас вырисовывается по пикам? По ProNaps видим Теплар Ассасин, которая пойдет у нас в мид, Джакиро, Дарксир и Дизраптор. Ну, Дарксир, ясное дело, пойдет у нас хардлайн, и Джакиро, Дизраптор будет в роли саппортов у нас. И что у нас у фраг Доминанты? Видим Пака, видим Магнуса, видим Вивера и видим Лича. Пока что у них. Что можно сказать против героев? Можно сказать, что Пак, быстрее всего, мне кажется, пойдет у нас в мид. Магнус пойдет хардлейн, Вивер будет в качестве кэрри, ну и Лич в качестве саппорта. Луна залетает последним баном от команды ProNaps. Банят они кэрри героя. И что же, ожидаем последний бан, и это Войд. Войд залетает в бан от команды фраг Доминанты. Ну что ж, остается всего лишь по одному пику от команды. И что же это будет? Мне интересно, ну, я думаю, сейчас нормальный керри должен залететь, очень хороший керри. Посмотрим, что должно такое интересное залететь. Вот, команда ProNaps, именно они первые пикают, и видим, остается всего лишь 15 секунд у них. И... Антимаг, Антимаг залетает в роли керри от команды ProNaps. Ну что же... Последний саппорт, как мне подсказывает внутренняя душа моя, или же нет, давайте подумаем, Так, мы подумали, и я что-то ничего не надумал. Нет, Вич-доктор, все правильно, саппорт. Как я говорил, ну что же, ребята разбирают героев, как мы видим. И совсем скоро начнется шпилечка. Мощная шпилечка. Так. Ну что же, активней, врываемся на стрим, кидаем всем, знакомым, всем бабушкам, всем дедушкам, которые у вас есть, или же нету, если же нету, то кидаем мамам и папам, конечно же. Да нет, шучу я, конечно, ну, хотелось бы немножко больше людей на всем прекрасном турнире, который я сейчас освещаю. Да, вот так вот. Выберем снежный худ, потому что хочется уже зимы. Что-то лето уже не радует. Ну что же, сторона Radiant. Команда, команда под названием... боже мой. Fatal... Нет. Вот это да. Вот это фейл просто. Что ж такое? Только что помнил. Сейчас мы быстренько посмотрим. Ну, первый раз со мной такое. Вылетело из головы. Прошу прощения. Команда фраг Доминанта. Год играет у нас на Магнусе. Пойдет он в хардлейн, как я говорил. Пак пойдет в мид. И играет на паке у нас Апермост. Что у нас тут на легкой на Личе играет у нас RJ. На Вивере играет у нас Спартак. Что у нас на Вич-докторе? На Вич-докторе у нас играет Сани. И будет он
саппортить вместе с Личом своему керри, а именно Виверу. Против них будет стоять Дарксир на сложной, играет на нем I have perfect micro skills. Что у нас в миде? В миде у нас темплерка пошла, видим, играет СДМК на этой прекрасной леди. На дизрапторе играют у нас Лени. Да, правильно, Лени. На Джакиру играет у нас Холди. И на кэри герои играют у нас Гаргант. Ага, Гаргант Юа, все правильно. Прочитал. Думал, что-то не так. Ну что ж, включая сразу крипстаты, видим. Все мы видим на своих экранах. Так, вроде бы звук идет. Все должно быть в порядке. Так. Видим, как Дарксир уже оттягивается в леса. Хотел, конечно, сказать про это, что Дарксиру тут не выжить просто сложной. И видим, как он направляется в леса, где получит где-то четвертый, третий, наверное. Следующего четвертый и вернется, мне кажется, на лайн. К этому времени должна уже под вышечку подойти крипы. Очень хорошие. И это все дело должен зафармить и получить экспы у нас товарищ Дарксир. Так, тут у нас, видим, напрягает Магнуса, и Магнус тоже отвечает взаимностью Дизраптору. Неплохо, что можно сказать. Неплохо, все просто отлично у Магнуса. Ну и надо какой-то тут что-то делать тут Магнусу, потому что Магнусу очень нужен левел. Ужасно нужен. И надо как-то его получать каким-то способом. Магнус такой герой, что в лес не пойдешь. Им так сильно простоять там невозможно. Только всего лишь на этих крипах. И то поделать себе отводики. 2-3 отводика и шоквейвы фармить там. Что у нас тут? Вивер. Вивер себя чувствует без проблем. Мы понимаем, ушел отсюда у нас Дарксир. И Дарксир, посмотрите, начинает уже потихоньку восхождение по левелам. Есть уже второй левел у него. Сейчас это еще зафармить этих двух крипов. Должен получиться у него третий левел, если не ошибаюсь. Не будет у него все отлично. Что у нас тут в миде происходит? Сколько у темпларки, видим? 9 крипов. У пака 5. Что у нас по левелам? Третий и тут четвертый. Все-таки темплерка выигрывает у нас middle lane у товарища Пака. Ну, это пока что, может быть, что-то изменится. Так, приближает сюда Джакиро, забрасывает у нас Пака. И что же? Illusion Orb. И отсюда подальше Пак уходит. Ну, была попытка у нас убить этого товарища с крылышками, но, как видим, что-то не пошло. Что-то не пошло у ребят. Что у нас? Ну, что можно сказать? Антимаг идет у нас впереди, как мы видим. 19 у него крипов, уже 21. Ой-ой-ой. Ну, а что же у Вивера? Вивер 11. Два раза больше у нас перефармивает антимаг. Ну, и это очень плохо. Очень плохо для команды фраг-доминанта. Это очень неприятно будет на минуте 15, где уже будет БФ, должен быть у антимага уже сборка на Яшу. Ну а Вивера даже не знаю, что он будет, линка сходу или же нет. Или же нет, что мы увидим, мне интересно. Но я думаю, ПТ первым артом должно быть. Ну а дальше увидим. Дальше мы увидим, что через что будет идти. Ну, быстрее, мне кажется, всего будет это линка. С персеверанса он будет начинаться. Ну, посмотрим. Так, Дарксир. Есть у него третий левел. Сейчас еще заколет, или же не заколет, или же умрет. Да, вот он четвертый левел заколол. И тут еще кентавр сильно агрится на него. Но я думаю, тут сейчас немножко подлечится от Сол Ринга. И возьмет уже немножко больше. Бедняжка.
кентавр. Так, что у нас здесь? Тут у нас был заход на темпларку. Видим, очень больно разбивает уже темпларка всех. И есть ФБ, есть ФБ. Забирает темпларка у нас Вич-доктора. Ну, решили ребята из фраг-доминанта убить мидера команды Пронапс. Но, как видим, оказалось все наоборот. ФБ-то сделала у нас товарищ СДМК. Или может СДМайк. СДМайк быстрее всего. Так, вот он Дарксир, который пришел с 4-м левелом на линию. Видим, как у него все тут должно быть нормально получаться. Да, теперь немножко ему легче, в 2 раза легче. А то и в 4, наверное, раза легче ему уже стоять на линии. Так, Магнус как далеко зашел. Сейчас его хорошо тут, наверное, продамажит дизраптор или же нет. Нет, не решился, потому что взяли, как видим, шли крипы и как-то не очень подумал дизраптор, но что у нас тут? Джагерю будет пулить, мы понимаем. Видим, как он нервничает. Так, ударил, пошел. Отлично, отвел. Ну, молодец, еще бы зафокусить нейтралов. Было бы просто отлично. Так, что видим? Дарксир ушел опять в леса. Что-то не очень хорошо стоит у него внизу. И тут видим темпларку с инвизом. И это проблема. Это проблема для лича. Потому что тут лича... Сколько? 600 хп. 600 хп. Дизрапшн. Тычка, тычка. И еще одна тычка. Да. Второй фраг зарабатывает уже темпларка. И с такими темпами можно уже даже и не играть. Потому что тамблерка будет всех выносить. Видим, фейзы уже у нее есть. Что у нас у Пака? У Пака только тапок. Только тапок. И тут еще что-то ему летит. Летит ему ботл. Окей. Ну, понимаем. Не ок. Так, пришел сюда Вич-доктор. Видим, закрывают в Kinetic Field у нас Вич-доктора. Сюда же прыгает антибак и минус Вич-доктор. Тут же можно цеплять Магнуса или же нет? Не хотят цеплять Магнуса. Нет. Что у нас у вот этого товарища с антимага? А есть клеймор и... Куда он? За персеверансом? Нет, нету денег у него. Что-то непонятно. За танго? Нет, ТП-шку отнес. Теперь клеймор идет. Товарищу. Так, Магнус с 3-й левел всего лишь... На, Дарксир у нас какой? 5-й уже, 6-й уже получает. Ну, проиграли, как видим, уже 2 линии, это точно. Это Hardline проиграли. Проиграли мид. Да, мид проиграли. И проиграли, я думаю, тоже легкую. Только ПТ появляется у Вивера. Ну, это, я думаю, не то. Это не то там. Он вот, антимаг точно переформил. Так, минус уже у нас Магнус от антимага. Еще тут загоняют, наверное, лича. Тут должны его просто загнать. Это точно. Я знаю. Да-да-да, тычка. Хорошо. Минус 2 антимага. И, кстати, Пака ж забрали. Пака тоже забрали, как вы видим. Как видим мы. Темплар Ассасин забрала Пака. Все-таки Пак почему-то не ушел до конца. Не знаю даже почему. Так. Видишь, доктор убил дизраптора. Вот, который я фраг пропустил, думаю. Что-то не то. 6-1, 9-я минута. Что у нас? Давайте взглянем на графики. 4000 по опыту и по золоту. Боже мой, золоту. Тоже 4000. Ну, пока что все очень печально для команды Фраг Доминанта. Но я думаю, это все поправится. Я надеюсь на это. Ну, вот это от товарища все зависит. Как он быстро нафармит. И как потом все нафарменное реализует в драках. Так,
На 2 левела опережает у нас там Ассасин Пака. Уже даже на 3 левела. Ой-ой-ой-ой-ой. Трэпу поставила Тамплерка и сейчас взорвет. Да, ее и без проблем. Нужно добежать до руны ДД. И надо тут бежать Паку или же нет. Нет. Все-таки не решила Тамплерка убивать этого товарища. Ну и видим, 1700 у Темплерки будет, это Dagger. Ну. Русская. Темплер Ассасин, можно сказать. Фейзы плюс Dagger. Кто-то идет через ПТ. ПТ Яша. Ну, это все личное, можно сказать. Что у нас тут вивер? Вивер 1100, 1200 уже. Ну, тавр. 130 хп, 100 уже. Надо законтролить его. Хорош. Нет, не законтролил у нас вивер. И что же? И сейчас поплатится за это, мне кажется. Или же нет? Ой-ой-ой-ой-ой. Там лэпс юзает. И что же? Паучки полетели. И еще одну тычку надо дать. Две даже. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет. Нет, 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 нет. И убегает отсюда вивер. Быстренько. Что у нас тут? Что у нас тут? Забрели у нас Т1 тавер наверху. У команды фраг доминанта. Ну и Магнус, 5-й левел. Самый, по-моему, последний левел на карте. Нет, еще вещдоктор, у которого 4-й левел. Да, все очень неприятно. Очень неприятно для команды ФД. Что у антимага? Антимага уже БФ, и следующий соберет, наверное, тапок. Будет это ПТ. И после чего будет Яша, если дойдет до этого. Ну и все такое. Так. Кинетик килл. Точнее, кинетик. Кинетик филд. Что-то не очень точный был. Ну и ушел отсюда вещдоктор. Подальше. Так. Дарксир, видим хедресочку, видим баклер. Тут же он сейчас должен дофармить до мейки. И это уже тотальный просто перевес должен быть уже у команды Pronaps. Так, пак покупает у нас арканы. Есть также арканы у Магнуса, видимо, это. И как же все ж неприятно. Ой-ой-ой, хедрасочка есть у Лича, видим, что у нас у вещдоктора. У вещдоктора есть смог. Есть смог, и тут у нас темплерка прыгает, и две тычечки, и все понятно здесь. Здесь все понятно. Вот она, мека появляется у Дарксира, и что же? Темплер. Ну, как я понимаю, да, будут идти по миду у нас ребята из Pronaps. Собрались уже 4 игрока на мидлейне. А, пассивочки нет у Джекиро. Ох, это пассивочка, просто имба. Так, влетает сюда у нас Магнус. РП очень хорошая по троим. И что же, кинетик филд минус Магнус, минус пак. И все. И все, и все, и все. Ну а Чейн Фрост. А, лич 5-го левела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же тут не повезло команде Fatal Defeat. Был бы там 6-й левел, там бы Chain Frost просто зашел на ура. На ура, 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 ура. По этим всем битам. Так, кидает у нас. Боже мой, как это. Каску. Сколько? 6 отскоков. 125. Сильно. Сильно, сильно, сильно. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Тут вивер. Вивер принес себе ультимейт орб. Все-таки это будет у нас. Линка, но... Но тут же, поможет ли она? Или же Яшу надо было бы все-таки полезней? Яша, потом еще
Еще что-то. Такое интересное. Кристаллис. Без линки. Линку потом бы вторить. Ну, не знаю. Не знаю. ДД есть у темпларки. Видимо, это. И мег еще дали. Отлично. Ну и можно врываться, видит, по своим трэпам, где находятся у нас игроки. Там Тарасасина, я имею в виду. Да и команда Пронапс это все видит. Где я? Кто ходит? И зачем ходит? Так. Ну и что же, от дефа? От дефа будет играть ребята из фраг доминанты. Ну, хотя. Можно. Есть смог. И где тут смог? Вот он, смог у вещдоктора. Можно пойти куда-то, выцепить кого-то. Надо вот это делать, потому что иным способом, говорят, не победишь. Если постоянно дефать. Так, еще даст купили. Ребята. Из фатал. Фраг доминанта, точнее. Так, отжимается у нас пауза и смотрим дальше. Смотрим дальше, что будут делать у нас ребята. Так. Затишье у нас пока на карте. Так, трэпу поставила у нас там Тарасасин. Ну и что же? Ну, одни и вторые ждут просто. Просто ждут. Так. Увидели у нас вещь доктора. Еще совух помогает. Ставится хорошая трэпа. Стяжка у Дарксира. И что же, минус вещь доктор. Так, опять прячется. Кинетикфил хороший. РП хорошая по троим. И сюда пак еще ставит ультимейт свой. Ой-ой-ой-ой. Какая макропира-то плохая для команды Фраг Дефит. Фраг Доминанта, точнее. Боже мой, что-то я уже совсем... Все команды путаю. Ну и в итоге минус 3. Ну и что дальше? Что-то я не могу понять. А, прыгает сюда пак. Silence минус 1 и... Ай-яй-яй-яй. Больно крит летел в пак. Ай, видим. С 2000 сносит его там Тарасасин. Увозится к Магнус. Минус там Тарасасин. Так. Конечно же, ультимейт тут. Вещь доктора просто божественный был. Видели мы это. Никуда просто. Зашел он. Ну и что же? Ну и что же? 16-3. Счет у нас в матче. Впереди команда. Pronaps, что по графикам, 10 тысяч по опыту и 10 тысяч по золоту. Да. Все, что можно сказать здесь. Так. Что у нас по айтемам? Давайте вот это включим. Так, быстрее посмотрим. У Пака ничего не изменилось. Что у нас тут у Вивера? Видим, кольцо приобрел он себе. Ring of Health. Сколько у Вивера, мне интересно, денежек. Ну... Фармит он на персеверанс. Что у нас у Лича? Лича хедресочка. Видим просвет у него. Магнус. 1100. Есть у него арканы.
то Вич-доктор барабаны будет, наверное, собирать, если у него брейсер. Или же просто на ХП купил. Что у нас? Джакиро. Джакиро аркан тапки. Видим, смок у него. Дизраптор тоже у нас аркан тапки. Дарксир ломает у нас снизу тавер. 1400 него. Есть мека, есть солринг, есть простой тапок. Антимаг 1500, Яша БФ ПТ и Темплар Ассасин, Фейзы Даггер и Хаммер. И, наверное, будет это БКБ. Или же Дезоль, наверное. Быстрее всего Дезоль, потому что не сильно так пробивают ребята этого товарища. Ну, такое. Ну что же, нужен смог. Летает опять Магнус, хорошо стягивает всего лишь одного только, и тут просто такой трэш происходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Магнус отсюда, главное, ушел. Ну, минус 3, 3 в 1, 4 в 1, 1 глич, байбек вот Магнуса. И на одного Джакиро все разменяли, ребята. Да. Неприятно. Все-таки Дозоль, как я и говорил, будет у Тандер Ассасин. Потому что никто ее так толком и не фокусит. Почему бы и нет? Улетела наверх, она сама. Так. 1700 у Дизраптора. Форстав? Нет. Почему бы и нет? Так, Дарксир купил себе Ultimate Orb. Будет это Хекс, быстрее мне всего кажется. Именно его тут не хватает просто. Па-па-па-па-па-па. Манта. Манта появляется у антимага. Да. Хочу сейчас посмотреть, как играют ребята. Best of 3 или же Best of 1. По-моему, Best of 1. Или же нет. Так, давайте я поставлю сюда камеру. Буду краем глаза смотреть. Так, хороший спад полечу, и никто не хочет его тут подогреть. Макропира просто отличная от Джакира. Все горит, пылает, но не то. Так, ну что ж, будут заходить на Т1 Тауэр по миду, ребята. Видим кинетик филд в никого. Туда же влетает антимаг. Антимаг просто со всеми разбирается. Минус 2 уже от небага. Там дорасатин минус лич. И... уа. Папа. Тут еще пак. Да, минус пак. Вот Дарксира. Магнус влетает. Двоих, троих сносит. Нет. Не увез вот все-таки. Хотя мог. Хотя мог, но нет. Да. Так, ГГ пишет, ребята, ну и трон падает. Падает трон. Ну что ж, смотрим табличку. Ну и врываемся уже на следующий матч, который, наверное, совсем скоро начнется. Есть уже, да. Вверху. Кто у нас вышел по сеточке? Ну и... через 3-4 минуты мы возвращаемся обратно. Ну а пока я включаю музычку.